На питаке? Я, блядь! Блядь, въебать, только что прям сейчас. Охуеть! Ты смотри, дроном, небось, стеганули. Дроном, конечно. В ту же, вот, вот это первая локация загорелась, и вон там вон, вон она вторая горит уже. На, беспилотник, въебать, рядом с моей работой. Оторвало. Наверное, ни у кого уже нет сомнений, что регулярные точечные удары украинских беспилотников по рашистским НПЗ стали для Мордора ощутимо неприятным нежданчиком. Оказалось, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы очень больно лупят по российской экономике, по ее, так сказать, основе – нефтяной отрасли. Около 600 тысяч баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было вывезено из строя. Мы видим, что из строя вышли очень важные узлы на сразу нескольких нефтеперерабатывающих заводах. НПЗ во многих регионах теряют свои производственные мощности, выходя из строя, останавливают работу на долгосрочные ремонты. Из-за успешных атак на нефтеперерабатывающую отрасль Россия вынуждена была ввести запрет на экспорт бензина, производство которого за последние месяцы тоже в РФ заметно снизилось. Снизилось по сравнению с концом февраля недельное производство бензина примерно на 150 тысяч тонн, до 750 тысяч. То есть, грубо говоря, падение на 17%. Несколько ударов – это уже минус почти 20% производства. Ну, то есть, если это продолжится, то они фактически могут остановить весь топливный рынок. Вполне логично, что впереди россиян может ждать скачок цен на топливо. Мы видим рекордные цены, биржевые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже. Если мы видим на бирже, что дистопливо стоит 65 тысяч рублей за тонну, то это значит, что за литр меньше 70 рублей уже брать нельзя, иначе прогорит тот, кто продает топливо. И цены, конечно, должны будут повыситься. То есть, вдумайтесь, дроны производства страны, которая в разы меньше и по размеру, и по возможностям в сравнении с Мордором, сделали важнейшую для экономики РФ отрасль очень уязвимой. Получается, что беспилотники усилили и ускорили эффект не самых быстродействующих западных санкций. Штука очень эффективная, то есть это реально удар по топливному рынку серьезный. Дело в том, что дроны лупят не просто по НПЗ, а по специальным технологическим установкам, которые отвечают за переработку нефти. Соответственно, после точечного удара беспилотника работа на заводе останавливается. Российские власти уже заявляют о весьма длительных сроках ремонта. Так, сызранский НПЗ может потерять до 70% мощности, а кстовский НПЗ планирует восстановить только за пару месяцев. Основная загвоздка для недовеликой страны состоит в том, что ключевое оборудование, по которому бьют украинские беспилотники, естественно, иностранного производства. Такие специальные нефтеперерабатывающие установки производятся индивидуально под заказ и настраиваются с помощью представителей производителя. Нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где, сколько, то есть вот условно там 50 на 50, вот половина этих случаев, да, не подлежит какому-то быстрому ремонту. То есть в условиях санкций Мордор не может просто так взять, отремонтировать или купить в один клик необходимое для переработки нефти оборудование. И, в общем, это довольно трудная задача отремонтировать, заменить. Это все в условиях санкционного режима. Как вы понимаете, такие агрегаты, вот как вы сейчас показываете, их в чемодане или в рюкзаке не привезешь. Это сложнейшие агрегаты. И монтаж, и обслуживание, и все это достаточно сложно сегодня в России получить. И, конечно же, давайте без иллюзий. Как показывает практика, у Рашки получается периодически находить дыры в санкциях, обходить их с помощью третьих, так называемых дружественных стран. Так что и в случае с атаками на НПЗ Мордор, возможно, попытается выкрутиться. Вопрос только в том, что в данном случае для РФ это будет очень затратно и сложно. Организовать контрабандную поставку такого оборудования очень сложно, фактически невозможно, потому что оно крупногабаритное, является штучным. И для его монтажа нужен приезд еще западных специалистов. Это очень болезненно для них, потому что это настоящие санкции. Но не НПЗ едиными.
Нелегко под ударами западных санкций приходится и еще одной крупной отрасли в РФ – гражданской авиации. Аварийные посадки, пожары и неисправности двигателей, а также другие проблемы вынудили самолеты отказаться от намеченных маршрутов. Самолеты в России стали ломаться в три раза чаще. Проблемы практически со всеми деталями – от двигателей, шасси и тормозов до банальных кондиционеров и лобовых стекол. В этом году в России зарегистрировали рекордное число авиапроисшествий. Мы уже рассказывали о том, что после вторжения России в Украину самолеты российских авиакомпаний были отрезаны от официального обслуживания и поставок сертифицированных запчастей. После начала полномасштабной войны с Украиной поставлять в Россию иностранные самолеты и проводить их техобслуживание западные страны отказались. Несмотря на тот же параллельный импорт и порой успешные пути обхода санкций, гражданская авиация Мордора все равно испытывает большие сложности. Ломаются и пассажирские самолеты, и Боинги, и сухие. Очевидно, виной тому санкции. Из-за них авиакомпании не могут обслуживать самолеты на Западе. Коллапс в гражданской авиации уже стал чем-то повседневным. За последние три дня только у компании S7 Боинги никуда не вылетели из-за помпажа двигателя. Россия не может обеспечить пассажирским самолетам регулярное техническое обслуживание и замену деталей под строгим руководством производителя. Как же справляются с этими проблемами вражки? Все банально. Разрешают ремонтировать лайнеры без зарубежных технологий. Дают зеленый свет на использование в самолетах неоригинальных запчастей. Запускают процесс каннибализации лайнеров и увеличивают сроки эксплуатации деталей. Взять наш суперджет самолет, да? Там были проблемы с фильтрами топливными. Если раньше топливные фильтры подошло время, их меняли просто на новые, то теперь их снимают, промывают и ставят обратно. Ну, хорошо, если обойдется. А если он забьется, может быть, там есть какой-то нюанс чисто технический? Естественно, все это негативно сказывается на самом важном и приоритетном в гражданской авиации – безопасности полетов. В России возник некий эффект домино. Ослабляются правила безопасности, а список неисправностей, с которыми допустимо летать, постоянно растет. То есть границы допустимого в техническом обслуживании гражданских самолетов размываются, а уровень качества технологий и компонентов снижается, что увеличивает риски авиаинцидентов. Очевидно, что сложнее поддерживать летную годность без доступа к оригинальным запчастям. По оценкам разных независимых исследователей, в прошлом году количество авиаинцидентов в РФ увеличилось по сравнению с 22-м в три раза. Ни дня без новостей о поломке самолетов. За прошлый год таких инцидентов с гражданскими самолетами было более 180. Для сравнения, в 2022 году их было в три раза меньше – 60. В принципе, на эти данные можно сильно не опираться, стоит лишь включить российские новости. Вот так вот мы заехали, друзья, в снег. Посмотрите. Вот, прям колесики, вот они. Бывает, резко свернулись с взлетно-посадочной полосы. 8 декабря у самолета Boeing 737 авиакомпании S7 произошел помпаж двигателей при вылете из аэропорта Новосибирска. Днем ранее в воздухе над городом Улан-Удэ загорелся двигатель у грузового Ту-204. Всего за декабрь прошлого года журналисты насчитали 18 нештатных ситуаций, а за осень — 54. Вон только за 23-й год произошло больше 30 инцидентов, связанных с шасси и шинами. Это так называемые расходники, которые требуют частых ремонтов и замен. Ну, всего того, что рашке в условиях санкций дается с большим трудом. Двигатели и шасси – это проблема, потому что это такие основные агрегаты, которые требуют очень такого серьезного подхода. Ну, шасси вроде куда-то отправляют. Тот же Иран, мне кажется, там как-то договорились. А двигатели? А вот двигатели не могу сказать на сегодняшний день, как это происходит. Но если так часто начали отказывать двигатели, то что-то происходит не по плану. Естественно, видя тенденции в области авиаперевозок, здравомыслящие россияне задаются вопросом. А безопасно ли вообще летать российскими авиакомпаниями? Много всего мы такого слышим, что вызывает у обычного человека обоснованные опасения. Начнут ли падать российские самолеты? Вопрос, который многих волнует прямо сейчас. То есть получается, за год больше, в три раза стало больше поломок самолетов, причем прямо в воздухе. Уже надо начинать бояться летать? Эксперты из авиаотрасли считают, что современные самолеты попросту не смогут все взять и упасть в один день.
Но в нынешних реалиях ситуация с безопасностью в российских авиакомпаниях будет ухудшаться с каждым месяцем. А значит, количество поломок и аварий увеличится. Цифры говорят о том, что происшествия с самолетами будут. И их будет только больше. И так продлится до тех пор, пока Мордору будет хватать исправных самолетов. Сколько гражданская авиация сможет просуществовать в таких подсанкционных условиях, как сейчас, точно неизвестно. Возможно, всего лишь год, а может быть и три. Иностранные самолеты российских авиакомпаний начнут массово выходить из строя в 2025 году, так говорят эксперты. То есть вот он момент, когда на помощь Кремлю могло бы прийти сказочное импортозамещение. Нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. На прямой линии 23-го года ВВХ выдал просто грандиозный план. К 2030-му построить 1000 отечественных самолетов. Интересно, хоть кто-то верит в эти сказки? 1000 самолетов надо нам построить к 30-му году. То есть это каждые два дня нам надо строить один самолет. Самолет же не летает без двигателей. Значит, нам двигателей надо 2000 построить, а мы один не можем. Суперджет. Все эти наполеоновские планы действительно забавляют, особенно когда вспоминаешь про отечественный самолет МС-21, сроки производства которого постоянно переносились. То есть уже сейчас плюс 2 года анонсировали, что там МС-21 полетит, да. Да, на 2 года позже. Это тоже, в общем, очевидно, потому что самолет спроектировать — это одно, а другое дело наладить его серийное производство. Right. Можно вспомнить и про новый суперджет. Много разговоров было о суперджете «Нью». На встрече с Путиным Чемизов пообещал, что уже с 2024 года производство выйдет на уровень 20 бортов в год. Полет хотя бы одного такого журавля мы должны были увидеть уже в этом году, так обещали чиновники. Но срок переносили несколько раз. Но ни со старым, ни с новым импортозамещенным двигателем самолет так и не взлетел. Короче говоря, 1000 самолетов к 30-му году звучит, может быть, и пафосно, но у людей, близких к российской авиации, такие заявления вызывают лишь откровенный смех. Значит, нам двигателей надо 2000 построить, а мы один не можем. Суперджет. К концу 2024 года только планируется сделать сертификацию этого двигателя. Двигателя. Да, который они собираются импортозаместить на суперджете. Главное, что чокнутый рашистский фюрер не теряет оптимизма в отношении полностью российского авиапарка. Бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта. А свое производство не развивали. Старый маразматик мечтает совок воскресить, в котором было свое большое отечественное производство. Но насколько реально сегодняшней РФ и полностью построить новый авиапарк без помощи других стран? Ну, если вот сейчас вот просто очень много денег вкладывать, очень много денег, готовить специалистов, готовить производственные мощности, полностью отказаться от... то есть конструкторские бюро, чтобы работали. Вот все, как это было раньше. Десятки, может, даже сотни заводов делать, которые будут выпускать. Одни одно, другое второе, третье. Вот, то, наверное, лет через 30 мы 30. Сделаем. Ну, конечно, а как? Что из этого следует? А то, что как бы Россия не мечталась, но увернуться от западных санкций на 100% Мордор не может. Удары украинских беспилотников усиливают действие ограничений и очень больно бьют по российской экономике, снижая поток денег, идущих в том числе и на войну. Дополнение до санкций – это очень хорошее дополнение. Все это в комплексе, и я думаю, будет накапливаться и приносить соответственный эффект уменьшения возможностей России проводить военные операции в Украине. Из-за санкций не самые лучшие времена наступили и для гражданской авиации, в которой происходит постепенная деградация философии безопасности, самого главного в авиаперевозках. Так что нынче, покупая билеты российских авиакомпаний, жители болот теперь мечтают лишь об одном – целыми и невредимыми добраться до пункта назначения. То есть надеяться на выигрыш в реальной русской рулетке.